Побеждающие судьбу, они связаны с прославлением Бога всегда. Вам не надо двигаться, сесть и застыть. Я не могу движущемуся объекту рассказывать. Вот. Когда человек молится, славит Господа, то в это время он создает близкие отношения с Богом. Потому что у нас и так есть отношения с Богом всегда. Но всегда мы постоянно ругаемся. Мы всегда недовольны, мы в сердце думаем, нам все не нравится, то плохо, это плохо. Вот. И это тоже отношение с Богом. И когда мы так себя ведем, действует судьба, и она просто наказывает нас, и все. Второй вариант — это когда человек славит Господа. Он тогда устанавливает другие отношения, которые он согласен с судьбой, он как бы благодарен за все. Он Бога благодарит, он ему говорит спасибо, и он его хвалит. Это аллилуйя. Почему короткая молитва? Потому что есть молитвы для ума, очищение ума, это, допустим, псалмы, ты просто разговариваешь с Богом, идет беседа. Это очищение ума, ты как бы, ты свою беседу с Богом очищаешь. А есть деятельность разума, она не связана с умом, она выше. Человек в это время одну и ту же эмоцию передает постоянно Богу. Он постоянно передает «Аллилуйя, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже». И не надо отвлекаться на предложения длинные. Важно, чтобы не было длительных таких молитв, которые постоянно ум напрягают. Ум должен отключиться. Человек только волевое усилие делает, и все. И тогда у него включается вот чувство по отношению к Богу или молитвенное настроение. Человек как бы чувствует Бога в сердце, он повторяет «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя». Он чувствует Бога в сердце, и у него создается молитвенное настроение. Постепенно у него появляется чувство присутствия Бога. И поэтому, когда человек молится, то он славит Господа. И это очень важно понять, что одна судьба – это милость Бога, через отношения с Ним идет. Но ты тогда должен для Него жить, хотя бы во время молитвы. Славить Его, про себя забыть. Или еще лучше вообще стараться для Бога жить, потому что это не противоречит. Там, Богу не жалко, чтобы у тебя деньги были. Там. Ты делаешь все по Его заповедям и делаешь, как Ему нравится, а не как тебе нравится. Это называется жить для Бога. Вот Богу нравится, чтобы ты от жены не уходил. Тогда это вот для Бога называется жизнь. А тебе хочется уйти, допустим. А ты делаешь так, как ему нравится, а не тебе нравится. Да будет воля твоя, да светится имя твое. Вот это светится имя означает повторять имя Бога. Это тоже очень важная практика. Вот. И когда люди повторяют Аллилуйя, это древняя молитва, она древнееврейская, но она и христианская тоже. Она потом и в мусульманстве тоже есть такая же молитва. Это просто разные языки. Некоторые люди не понимают этого. Суть одна, там на арабском повторять или на русском. Вот. Вы же не разделяете, допустим, повторять «Слава тебе, Боже» на русском, «Аллилуйя» на арамейском или «Альхамдулиля» на арабском. Суть одна. Вера одна получается? Или нет? Ну, то есть люди разделяют, все начинают путать, разделять. Если на армянском, значит, это армянская вера. На русском – русская вера. На итальянском – итальянская. На греческом – греческая вера. Все разделять начинают. Люди одинаково, просто все славят Бога, и все. Это одно и то же. Вот, поэтому человек просто славит Господа, и когда у него непреодолимая судьба пришла, начинает рушиться его финансовая система, то надо предпринимать действия самому, защищать это все. Вот так человек повторяет, аллилуйя, славит Господа, и в это время его судьба, вот эта плохая, тяжелая, начинает уменьшаться в сердце. Это прям реально чувствуется. Вот здесь появляется спокойствие.
Сейчас тогда еще пару вопросов, потом настройку начну, потому что время уже у нас вылетело немножко из-за организации. Ваш вопрос по молитве? У меня такой неоткончительный вопрос. Очень трудно настроиться на звук, на звучание, и постоянно мысли всякие приходят, и получается из целой там минуты, там может быть секунд 10 вот, концентрируешься, потом тебя опять уносит. Вот эти 10 секунд, они в зачет? Конечно. Ну, там, понимаете, как всегда концентрация зависит от двух вещей. Она зависит от любви и силы. И эти вещи надо изучать. Вот, допустим, вот что является любовью в этом звуке? Вот мы, допустим, включаем молитву. И звучит голос, да? А любовью является эмоция. Вот как боль, эмоция боли или страдания, там еще что-то, в данном случае вот такая эмоция. И когда я повторяю, только любовь, эмоциональный звук без вот это вот. Ну, то есть так, такое тоже бывает, такие молитвы. Эти две эмоции привлекают память. Человек, когда хочет, чтобы у него не было мыслей, мысли из памяти идут, а память прикована к судьбе, поэтому она шурует в нашей жизни, все разрушает. Если ты хочешь, чтобы не разрушало, тогда эмоция должна приковаться к Богу. Бог живет в молитве. Да, люди молятся, Он там находится. И ты, если эмоции своей приковываешься к тем, кто молится, вот на этом основан наш метод. Мы приковываемся к эмоции своим звуком. И когда много-много людей одновременно это делают, то создается пространство психическое, в которое судьба парализуется, она не действует. Если еще к этому пространству добавляется неподвижное положение тела, что мы обязательно сделаем, если добавляется еще искренность людей, громкий звук, хор совместный, то тогда получается сила большая. И вот эта сила именно нам и нужна, поэтому мы и собрались вместе. Мы будем учиться побеждать судьбу. Где вы еще это сможете сделать? Онлайн тоже можно, вот сейчас люди онлайн учились, но эффект все равно слабее. У некоторых нет выбора, они где-то живут там, где я не приезжаю, они онлайн только делают. А у вас есть возможность. Можно взять и долбануть вместе, помолиться. Вот, поэтому, как бы, получается, сильное получается. Ну, ваш вопрос. Здравствуйте. Низкий вам поклон. 3 года назад с помощью ваших лекций мне удалось справиться с тяжелым периодом своей жизни. То есть, после 2 годов у сына начались судороги. Врачи ставили эпилепсию. В тот момент я начала молиться по 4 часа в день. И в каких-то даже днях, когда спала ночью, мне снилось, что я молюсь. У меня тоже такое было, когда отец ушел из жизни, тоже ночью даже молился. Угу. После того, как начала молиться, через людей начала приходить информация, к кому обратиться, к каким врачам, как помочь ребенку. То есть стало все улучшаться. И сейчас уже по прошествии 3 лет ситуация стабилизировалась, ребенок развивается по возрасту. Я почувствовала связь молитвы, поняла, как это сильно работает. Участвовала во всех ваших ретритах. Ну, посмотрите, давайте онлайн посмотрим фотографию. Эпилепсия — это, скорее всего, статика на 5-м слое и токсины на 5-м слое. Мы обращались в том числе в Амриту, то есть мы ставили семена. Много... Это все другое. Семена не выравнивают энергию, а надо очищать слои еще. Надо убрать токсины из организма и статическое напряжение. Эпилепсия пройдет. Токсины или негативный тонус. Нехватка энергии солнца, энергии воды. Ну, надо посмотреть точно. Может быть, нехватка энергии воздуха и энергии солнца.
Сейчас посмотрим. Так, общее статическое напряжение очень сильное, то есть нужна вода, сидеть в воде два раза в неделю, 70 минут, 28 градусов. Ну точно на пятом слое негативный тонус, это железно при эпилепсии, там есть он. Это можно с помощью бани, процедуры на 5 слоев делать там при невысокой температуре. Вода, баня, потом 5 вода. И динамическое напряжение. Блок тоже есть на пятом слое, да. Это длительное движение надо еще совершить. Мы хорошие, как бы, ну, давайте не будем сейчас об этом говорить. Будем говорить все-таки о молитве. Хорошо? По молитве. О победе над судьбой вы сказали. Можно? По молитве вопросы есть? Вы меня, вы как бы меня берете за шкирку и выводите на свои вопросы. Молитвы не хотите, говорите о чем-то другом все время. Технология молитвы интересует. Интересует технология молитвы, как на чем сознание концентрировать, слух. Концентрировать сознание на прославлении Господу и на принятии судьбы своей. Вот. Взор куда отправлять? Взор, можно прикрывать глаза, можно смотреть на меня, вот, настраиваться, чтобы совместный настрой был. Можно закрывать глаза, если, допустим, человек чувствует, он засыпает, то тогда полуоткрытые глаза или открытые. Цель, спина прямо. Там я сейчас объясню по поводу положения тела. У меня сейчас 40 минут настройки будет. Я прям буду рассказывать, как настраивать 40 минут целых. Все, что делать, что надо, я расскажу, как будет протекать. Вот. Цель – это славить Господа и почувствовать с Ним контакт. Он в сердце находится, этот контакт. От Него будет исходить такая чистота и благодать вот в сердце прямо. И ощущение защиты и стабильности внутренней. Лучше всего, когда в сердце после ретрита возникнет спокойствие, чистота вот здесь и чувство защиты. Это признак того, что ты побеждаешь судьбу. Образ какой держать? Образ всегда лучше выбирать в соответствии с своей верой. Вот, допустим, есть любимая икона или любимое святое место. Все, что вызывает эмоцию, связанную с Богом, контакт с Ним, это ваш образ. Может быть, Богородица у вас образ, или Иисуса Христа, или в любой вере, там, допустим, Коран, допустим, храм у любимый. Мусульман. Можно храм любимый. Храм любимый, можно образ его. Ну, то есть, и мысленно можно кланяться и славить Господа через него. Славить означает благодарить. Говорит спасибо мысленно. Спасибо за жизнь, за все, что я имею в этом мире. Благодарность. Вот этим занимается человек во время молитвы. Он уходит от осуждения, от мысленных, вот жвачки, вот это все, как бы. Браки были большие по 5 рублей, сегодня маленькие по 3, но сегодня, а завтра будут по 10. Вот. Ну и так далее. Постоянно вот это вот в голове. Вот. Ну а человек, когда славит Бога, он встает на путь милости. Когда идет мысленный вот этот процесс, это путь судьбы. Путь судьбы разрушает нашу жизнь, это жесткая энергия. А путь милости всегда воскрешает, помогает, меняет к лучшему все. Понятно? Постепенно, много-много лет нужно, чтобы прямо очень глубоко понимать, что такое молитва. Но сегодня у кого-то будет первый опыт, вам хотя бы надо понять технику для начала и на что настраиваться и к чему стремиться. Стремиться, чтобы не было контакта с мыслями, стараться думать о Боге, слушать звук, мой звук всего зала, звук хора, стараться вот это все слушать, эмоцию поймать, звук настроить на этот, на все, чтобы он сливался, твой звук со всеми. Славить Господа. И на два этапа молитва идет. Первый этап «Аллилу» — это я сильно слушаю, а второй этап «Я» — это в это время благодарю. Слушаю, благодарю. Слушаю, благодарю. Аллилуйя, слушаю. Я благодарю.
Ну, то есть идет процесс обмена. Я беру энергию Бога, отдаю. Она как через меня течет, как река. Понятно, что происходит? Я, когда слушаю, я сильно эмоцию ловлю, а когда благодарю, я совсем соглашаюсь с жизнью и благодарю Бога и славлю Его. Смелая позиция в время молитвы должна быть. Не позиция такая, я такой весь несчастный, помоги, аллилуйя. Вот. Нет, а смелая, сильная позиция. Ты как бы сильно внутренне настроен, сильно, смело славишь Господа. Женщины с любовью настроены, хотят любить всех, всем спасибо. Вот. Мужчины хотят победы, славят Господа и радуются, что все будет хорошо, что Бог поможет. Женщины тоже чувствуют, что они защищены, они чувствуют защиту от Бога. Вот такое настроение. Когда человек очень сильно, когда человек плохо слушает те, кто молится, у него не включается разум. Когда разум не включается, он начинает так. Аллилуйя. Вот. Засыпает. Значит, надо сильнее слушать, соединять свой звук с теми, кто молится. Соединять, и тогда ты не будешь засыпать, потому что у тебя включается разум. Разум живет в звуке, и в слушании звука, и произнесении живет разум. Разум побеждает судьбу. Ум думает, обзванивает, все обдумывает, жует мысленную жвачку. Он питается судьбой. Вот. А разум побеждает. Чтобы разум включить, надо звук. Сильно слушать, сильно отдавать. Жить в звуке надо, научиться жить в звуке. Образ тоже со звуком соединять. Образ, священный образ со священным звуком соединяется. Итак, я начинаю настройку. Она продлится примерно минут 40, потом будем час 65 минут повторять. Потом чуть-чуть поговорим о том, что произошло. Потом будем заряжены. Это надо все мандарины, цветы, все сюда принести, чтобы все молитва заряжалась. Перед тем, как молитву начнем, все резко отодвинут стулья, кто-то на стульях будет сидеть, но не все. В основном все будут стоять вдоль стеночек, будут сидеть на полу. И как бы, потому что надо делать статические упражнения. И поэтому нужно больше пространства будет, и мы это пространство создадим, отодвинув стулья. Потом их опять поставим. Да, вот как раз специально есть место под столом, где можно все поставить. Вот сюда на стол ставьте. Можно тогда, да, вниз. Лучше на стол поставить. На стол. Там много. Ну, часть на стол, часть под стол. Да. А когда дискомфорт, например, пошел в теле? Это блоки, значит, надо терпеть. Думать, как, куда перенаправлять. Если не можешь, я буду объяснять, расслабляться. Если можешь, значит, продолжать. Давайте я начинаю тогда настройку. Ставь, да, ставь. Не отвлекай на себя слишком много внимания. Быстренько поставил, ушел. Первое, что вы должны понять, это то, что во время молитвы надо занимать неподвижное положение тела. В этом неподвижном положении тела надо находиться 65 минут. Там, конечно, есть варианты. То есть, если тяжело становится, мы будем давать возможность, чтобы человек расслаблялся. Кто из мужчин, женщин участвовал в онлайн-ретритах? Есть такие у нас? Кто из вас хочет показать положение тела, там, ну, побыть, так сказать, этим моделью? Вы моделью хотите? Ну, давайте, выходите. Еще одна модель нужна. Вот одна есть у нас. Давайте, вы выходите. Две модели. Так.
сюда, одна сюда, другая туда. Первое положение тела, стоя возле стеночки. Прислоняем к стеночке, ноги отодвигаем. Еще чуть-чуть отодвигаем. Отодвигаем ноги хорошо, вот так примерно. Почему? Потому что когда человек стоит, и у него блок, если начинается, он может быть связан с сосудами, резко наступает коллапс, и человек падает вперед лицом. Неожиданно для себя. Вот. Это может в секунду произойти незаметно. Поэтому для того, чтобы этого падения не произошло, ноги отодвинуты, и человек просто сползает по стеночке вниз. Когда человек стоит вот так прямо, то он увеличивает в себе энергию принятия судьбы. Вот самый первый этап принятия, когда ты хочешь согласиться с тем, что у тебя идут финансовые потери. Тебе надо принять это. Прежде чем побеждать судьбу, надо согласиться с Господом. Не бунтовать и в отчаянии находиться, а согласиться принять. Нормальненько у нас заряжается много очень, я чувствую, всего сегодня. У вас целая перуха будет. Патронов много. И они все большие. Одной груши хватит на 5 человек. Такой похудешь. Вы их не кидайте так. Меня снят после вчерашнего. Зачем вы снят? Иначе можно вопрос? Сейчас я всю настройку даю. Все, сидят спокойно все. И молчат. Значит, положение стоя предназначено для того, чтобы принимать судьбу. Это положение непростое, есть полегче. Те из вас, кто уже стоя когда-то практиковал молитву, могут стоять. Кто из вас стоя пробовал вообще молиться, не двигаться? Вот вы можете все к стеночкам стоять. Стоять запрещено посередине. Можно вот возле этого столба стоять, допустим. Вот. Можно возле стенок стоять. Там вдоль вот этой всей стены, там вот здесь. Стоять посередине зала запрещено. Только вдоль стенок вот, и столбов. Понятно, да? Когда вы чувствуете, что стоять тяжело, все затекает, это идет лечение. Это хорошо. Но если вы уже не можете сосредоточиться, и вам плохо становится, тошнит, головокружение там и просто тяжело, тогда вы присаживаетесь вдоль стеночки, так вниз, прямо сползаете, так раз. Присели на 20 секунд, считайте 20, 1, 2, 3, 4, 5, до 20 считайте, поднимайтесь. Менять положение тела не надо. То есть, если вы чуть-чуть прервались, продолжаете, значит, чистка продолжается, вы ничего не меняется, идет процесс. Потому что он должен последовательно идти, так работает молитва и статические положения, соединения их. Вот. Можно так до 3 раз присаживаться, и ничего плохого не будет. Если постоянно будет туда-сюда, то никакой чистки не будет. Поэтому, если вы уверены, что вы можете простоять 65 минут и с 3 разами приседания, тогда можете к стенке вставать. Если не уверены, тогда этого положения тела делать не надо. Следующее положение тела – это стоя на коленях. Надо снять ботиночки. И все поднимают, смотрят. Вы же не видите, что они там делают? Вот. Повернитесь боком. Ага. Вот есть два варианта. Ноги под себя. Это облегченный вариант. Ноги поджали. Носочки подвернули под себя. Вот облегченный вариант. Стоя на коленях. А такой более сложный вариант, это как балерина, вытянули ноги вдоль. Не-не-не. Вы вытянули сейчас, а надо еще поджать тоже. Под себя пальчики поджимаете, пальчики под себя. Вот так, да. Пальчики поджали и вытянули, два варианта. Вот так это вытянули, а поджали это носочками, пальчиками, да, вот так вот на пол. Все, да. Вот так и вот так. Если вы чувствуете, это положение тела предназначено для более глубокого принятия судьбы. Ну, то есть оно укрепляет терпение и принятие. Вот, допустим, если жена
мозг выносит, если на коленях молиться, то ты привыкаешь к этому. Тебе уже как бы не проблема, что она выносит мозг. Мне кажется, мужчинам, женщинам понравится, чтобы муж так это, молился на колени. Вот. Если ты в этом положении тела чувствуешь, все затекло, все плохо, по-кошачьи встаешь на 20 секунд. Вперед так раз, вот так. Немножечко 20 секунд отсчитал и опять на колени назад. Вот так можно делать 3 раза. Понятно, да? Следующее положение тела, мы садимся с коленей вниз. Называется поза алмаза. Между попой и ногами можно подложить подушечку какую-нибудь. Подушечку подложить, тогда будет легче сидеть. Чуть-чуть что-то подушечку подложить. Будет легче сидеть. Вот так сидим. Это поза алмаза. Это основное положение тела, которое выдавливает судьбу из твоей жизни. Но это самое сложное положение тела. И стоя, и в алмазе очень сложно находиться. И если прямо сильно перегрузка, все отекает, ноги отекают, все плохо, тяжело, то тогда можно одновременно по-кошачьи опять встать, вот так вот нагнуться, можно прям на коленях подняться вверх, вот так вот, ага, постоять 20 секунд, потом опять в алмаз. Вот поза алмаза для продвинутых, для тех, кто как бы в ней пробовал, потому что она сложная. Лучше не экспериментировать. Положение тела менять не надо. Вы в одном можете выходить, входить, но менять на другое не надо, потому что чистка заново начинается. Поза алмаза выдавливает судьбу. Если, допустим, к тебе налоговая хочет прийти, ты поза алмаза на 5 слоев сидишь, то она звонит, говорит, завтра придем, сегодня не смогли. Это я реальный случай рассказываю. Человек месяц динамил налоговую, они потом вообще не пришли. В алмаз садится, они не могут дойти до него. Вот так стараются, то одно, то другое. Вот. Положение тела отодвигает судьбу, не дает ей в твою жизнь прийти и проверку устроить. Вот. Следующее положение тела называется поза бабочки. Теперь передом садитесь. Стопы вместе, колени врозь. Можно у стенки, но мало кто у стенки сможет. Вот стопы вместе, колени врозь. Вот стулья позволяют на стульях девушкам молодым. Если стулья раздвинуть, можно на стульчике прямо сесть и стопы вместе сделать. Да, стулья позволяют это сделать. Вот эти. Если девушка молодая, худенькая, можно вот так прямо на стульчике сесть, стопы вместе, и к спинке спиной будет легче так сидеть. Вот это самое простое положение тела, оно не сильно перегружает. Не обязательно так близко ноги пододвигать. Можно, да, вот так, да. Вот, коленки тоже могут быть не обязательно так низко опущенные. Это, вот как у нее, допустим, вот так, нормально. Вот, стопы вместе, коленки врозь. Если у человека все затекает, ему тяжело, он может по-турецки так сделать ноги. Турецкий раз сел на время по-турецки, потом опять в бабочку. Понятно, да? Вот. Следующее положение тела, вот эта поза бабочки, она улучшает гармонию с окружающими людьми, успокаивает, снимает напряжение. У женщин лечит бесплодие, у мужчин лечит бросание на жену, когда человек не может терпеть половую энергию, бросается. Вот это у мужчин как бы это лечится. Поза бабочки. Она успокаивает, снимает напряжение и гармонизирует. Она самая простая. Несколько самых простых, вот одна тоже вот такая вот простая, не сильно напрягает. Вот, второе положение тела, которое можно на стуле прямо делать, называется полулотос. Одна нога сверху, другая снизу, вот так на бедрышко кладем. Нет, это по-турецки. Надо на бедро ногу закинуть, если сможет. Тогда она вот вон закинула, видите, вот так вот. Это не все смогут. Если... можно так, но это все равно так, такой четверть лотос, так сказать. Вот у нее нормально. То есть
Пол-лотос это положение тела увеличивает концентрацию внимания, увеличивает память на Боге. То, что хотите сильно помнить, не отвлекаться, вот это пол-лотос. Правая нога, когда вот у нее левая нога сверху, это лечится эмоции человека. Концентрируются эмоции, не отвлекаются. И улучшаются эмоции. А если правая нога сверху, то тогда лечится воля. Ну, волевые функции лечатся. Если, допустим, тебе в лотосе тяжело, ты должен опять по-турецки сесть на 10 секунд, на 20. И потом ту же самую ногу закинуть. Ногу нельзя менять. Если ногу поменял, заново чистка началась. Следующее положение тела называется, ну, такая облегченная скрученная поза. Ее можно делать на стуле, как и полулотос тоже. Ну, то есть, одну ногу надо под себя подмять. Не так. Одну ногу под себя, а вторую вот так. Вот так надо сесть, вот так. Одну под себя, вот так, да, вот. Вот она сделает. Да. Вот так, да, на стуле можно это делать. Это положение тела дает человеку возможность отвлечься от проблем. Если проблемы сильно замучили, человек вот так вот сидит, и у него проблемы, они начинают отодвигаться от него. Он успокаивается. Концентрация на проблемах уменьшается, вот такое положение тела. Также вот такое положение тела может помочь сделать так, чтобы тебя не сильно люди беспокоили вокруг. Вот это положение тела дает такую возможность. Надо все выключить. И вообще надо полностью выключить все мобильные телефоны. Не дай Бог у вас что-то зазвенит во время ретрита. Вы будете прокляты людьми. Я серьезно, я не шучу. Поэтому все выключите свои мобилки, если не хотите проблем всех в жизни. Потому что у нас очень ответственное время будет. Никаких звонков. Если вы примете звонок во время ретрита, то это будет жесть. Потому что люди сильно концентрируются, это для них очень важно. И вы будете там болтать, сидеть. Это все, люди будут просто умирать. Они будут страдать от этого жутко просто. Ребенок тоже, нельзя ребенка на ретрите, чтобы он там это ля-ля-тру-ля. Это исключено. Когда ретрит начнется, ребенок должен туда вместе с мамой. Сейчас можно посидеть пока. Вот. Теперь все, можете вставать, идти. Видите, у них скрученная поза, я про них забыл. Вот, теперь все садятся назад, и успокаиваются. Я продолжаю настройку давать, рассказывать. Ребенок мешает уже, Надо с ребенком выйти, наверное, или как-то успокоить. Все, все смотрят на меня, не на ребенка. Так, следующее, это положение рук. Вот можно руки кверху, вот так ладошки, значит вы соединяетесь со всем залом. Ладошки снизу, вам никто не мешает. Теперь пальцы. Большой палец – это я. Указательный палец – это моя воля и мое стремление к победе. Когда большой с указательным соединяется, это называется мудра, которая помогает победить судьбу, преодолевать трудности, концентрироваться. Понятно? На воле, на волевых процессах, что я хочу победить. Итак, если чувствуете, что не хватает волевой силы, то надо вот так. Если не хватает физической силы, усталость сильная, слабость, утомляемость, допустим, чувствовать не выдержите, что у вас не хватает силёнок, тогда большой со средним пальцем соединяется, вот так вот. Понятно? Со средним. Вот так вот. Если вы чувствуете неуверенность какую-то, вы не знаете, блин, я не знаю вообще, что делать, он типа говорит, я ничего не понимаю. Вот. Неуверенность, если есть, значит, тогда большой с безымянным соединяете. Если чувствуете, что очень тяжело
помнить о процессе, что-то какие-то свои мысли лезут, тогда большой с мизинцем. Или большой с мизинцем, когда звук хотите, чтобы звук лучше звучал, тогда тоже большой с мизинцем. Например, начали першит в горле, там кашлять начали, звук, тогда большой с мизинцем. А менять можно? Вот теперь вот так вот не надо делать. Одну поставили мудрую и оставили. Также не надо на разных руках разные мудры делать. Дисбаланс будет, вот голова закружится. На одной, на двух руках одинаковые мудры. Если сильно много хочется, можно вот так сделать. Два пальца вот эти вместе соединяются. Два пальца вот эти тоже вместе соединяются. Можете вот так сделать. Это разные виды крещения, да? Мудры такие. Вот, если всех задолбали дома, вот такая мудра еще есть. Вот так вот. Как бы вот так на груди ставите руки, вот так держите. Это значит, я хорошая. Вот так вот. Вот. Чего не надо, никакие другие мудры не выдумывайте. Есть разные другие мудры, но они все означают процессы, которые нам мешать будут. Например, вот есть мудра власти, это только Бог делает ее. То есть большой со средним соединяется и безымянный к нему прикрепляется. Вот так вот. Такую мудру не надо делать. Так. Понятно? Или вот так вот, допустим, делать тоже не надо. Или какие-нибудь вот так вот там, что-нибудь выдумывать, не надо ничего. То, что сказал, то и делай. А? Очки. Очки выкинуть. Очки не мешают, чего не мешают, пусть стоят. Значит, теперь смотрите. Теперь некоторые моменты, советы такие. Старайтесь никого не трогать. Вот если вы шевельнулись, до кого-то дотронулись, вы им человеку помешали, он потом будет психовать, отвлекаться. Сядьте так, чтобы никого не касаться. Первое. На стульях, если вы остаетесь, раздвигайте стулья, чтобы друг другу рядом не сидеть вот так близко. Вот. Если кто-то рядом с вами повторяет, вам не нравится голос, он, допустим, вот, как-нибудь вот так вот, вот, то прощайте ему. Нужно смиренно повторять молитву, не это. Но если человек совсем буянит там, он, допустим, эхом повторяет, все повторяют в один тон, а он как бы эхом. Можно до него дотронуться рукой. Если до вас рукой дотронулись, значит, у вас что-то какие-то проблемы с башкой. Вы как-то неправильно повторяете там. Вот. Подумайте о том, что вы делаете тогда. Ну, есть, конечно, небольшой вариант, что проблемы с башкой у того, кто дотронулся. Но если сразу несколько человек дотронулось, тогда точно у вас. Лучше никого не беспокоить. Стараться. Значит, я дам время на то, чтобы сходить в комнату неизвестного архитектора. Потому что во время этого процедуры нельзя никуда выходить никому. Ни пожрать, ни пописить, ни покакать нельзя. А если плохо станет, значит, надо расслабиться, сесть на пол и остаться в зале. Потому что плохо стало, означает блок, его надо прокачать. Если вы выйдете, вы его не прокачаете, потом нигде. Потому что у вас энергетика очень сильно сейчас пойдет. И потом вы нигде такой сильной энергетики не найдете. Если... Конечно, страшно, вы попали в секту. Конечно, будет страшно, однозначно. Вот. Теперь, смотрите, да, вот насчет станет плохо, вы услышали, да, то есть расслабляется человек и ждет какое-то время, потом опять можно включиться в процесс или просто оставаться на территории. Очень важно понять такую вещь, здесь нельзя сидеть с закрытым ртом,
Просто нельзя, потому что вы будете разрушать атмосферу. Все должны повторять. Вот так вот. Я повторял, да, как это. Жена звонок слышит, подходит, говорит: «Вась, это ты?» Тишина в ответ. Потом утром открывает дверь, он там лежит под дверью. «Ты чего?» — говорит. «Я ж тебя спрашивал», — он говорит, — «а я головой кивал». Нас головой кивать не надо, у нас надо звук. Молитва означает звук. Нет звука — нет молитвы. Будете мешать всем. Есть в уме — означает умственная деятельность, а звук — это разум. Повторяем только вслух. Другие молитвы тоже не надо повторять. Пусть это не моя вера, блин, не моя вера. Вот. У нас сейчас нет никакой веры. Я тоже не христианин. Мы повторяем аллилуйя, потому что есть культура такая христианская. И мы включаем, что чего больше. Я, допустим, в Уфе повторяю альхамдулили, в Израиле Адонай, там, в Китае Ом и так далее. Где находимся, то и повторяем. Понятно? Все молитвы побеждают судьбу. Бог один. Такое настроение надо культивировать. Наша цель — научиться молитве, а там уже повторять, что хотите дома. Коврики, да, потому что у нас же есть положение тела на полу, можно на полу сидеть. Кто хочет к стеночке встать, поднимите руку. Вон, видите, вот на стеночке. Кто будет на полу сидеть? Кто на стульях будет сидеть? На стульях два варианта есть сидеть. Первый вариант — сидеть просто так, без всяких положений тела, будет 30% результата от ретрита. Но если у вас здоровье слабое, вы не можете по-другому сидеть, значит, сидите как можете. Это тоже хорошо. Слава Богу, что вообще пришла. На стульях тоже можно делать позы. То есть можно делать бабочку на стуле. Можно делать на стуле скрученную позу. Можно полулотос сделать. Просто надо рассаживаться на стуле тогда. На стуле удобно сидеть. Это девушки молодые, хорошо, если парням уже будет сложнее. Стулья классные, кстати, знаете, можно и алмаз на стуле делать, потому что здесь есть дырочка сзади, и стопы туда уйдут назад. Можно и алмаз даже на стульчике делать. Алмаз, если на стульчике захотите делать, то я вам советую, если у вас коврик есть, можно коврик положить между попой и ягодицами, вам легче тогда будет выдержать. Понятно? Значит, следующее, что надо знать. Во время вот этого процесса есть определенная последовательность развития событий. Вы должны к ней стремиться. Первые 13 минут очищается первый психический слой. Он связан с взаимодействием с внешним миром. Если у вас там климатические расстройства, там тяжело с людьми взаимодействовать, если вы чувствуете, что вам в целом тяжело что-то начать делать, куда-то пойти. У меня большая просьба, кто-то должен здесь всегда находиться, потому что здесь звук больной, с ним что-то всегда происходит. Я не могу продолжать, потому что... Я как бы постарался, чтобы не пукать, как бы. У нас не только я мог, и другие всякие варианты. Хорошо. Значит, второй слой отвечает за эмоции. Вот ты 13 минут просидел, дальше начинает твой эмоциональный контакт с миром лечиться. Если ты 13 минут в одном положении не просидел, ничего не будет дальше. Следующее положение тела, если ты после больше 26 минут лечишь, твои мысли лечатся, и твой мысленный контакт с окружающими лечится. Потом дальше, после 40, после 39 минут,
начинает лечиться твое настроение, твой настрой в отношениях с людьми. Потом еще проходит, как бы, время, 13 минут проходит, последний, от 52 до 65 минут лечится глубокая судьба, удовлетворенность, неудовлетворенность твоя в жизни, твои глубокие отношения с людьми, твое психическое состояние. Там проклятия, все глубокие обиды, там все на пятом слое, поэтому надо до него дойти. Не менять положение тела. Понятно? Если что-то чешется, ну почешите. Руками можно двигать. Ну не то, что постоянно вот так вот. А иногда почесало там что-то. Раньше вы говорили, что нельзя двигать вообще ничем. Нет, я так не говорил. Руками можно двигать. Глазами можно двигать, руками. Можно руками двигать. Руками, ногами можно двигать. Ногами нельзя, корпусом нельзя. Головой иногда можно поворачивать, но не постоянно вот так крутить. Болтаться нельзя. Руки с мудрой можно вниз с ладонями перевернуть можно. Руки можно не опускать, как хотите, как вам нравится. Можно иногда креститься, но не постоянно. То будете отвлекаться на это. Теперь... Вопрос, чтобы босиком стоять или в обуви? Конечно, босиком, блин. Ну шутка, конечно, стоять, как вам тепло. Ноги же замерзнут босиком, пол холодный. Надо, ну в обуви, кстати, ноги сильно затекают, поэтому лучше на коврик встать или на свою обувь, снять ее обувь. Хороший вопрос, спасибо. Потому что жарко. Да, конечно, будут обувь давить. У нас же, конечно, у нас зима. Поэтому обувь снимаете и на нее встаете. На обувь, на свою встаете босыми ногами. И будет тогда легче, потому что ноги сильно затекать будут в обуви. Очень тяжело будет в обуви. Если вы не двигаетесь, все затекать начнет. Вот, теперь звук. Смотрите. И настроение. Давайте посмотрим. Есть разные виды звуков. Например, есть эмоциональный звук. Аллилуйя! Этот звук не побеждает судьбу. Он энергию наружу вот так выводит. Второй звук – это звук от настроения. Он не побеждает судьбу. Аллилуйя, аллилуйя. Как передаю свое настроение, если у меня хреновое настроение. Аллилуйя. Вот. Не побеждает судьбу. Понятно? Человек отвлекся сам по себе, музыка сама по себе, значит, все, вы пошли в аут. Если вы чувствуете переполнение эмоций, это значит, что у вас ни энергия не выходит. Надо отдавать, надо. Спасибо, Господи, всю эмоцию отдаю. Спасибо, Господи, отдаем. Не копим в себе. А то некоторые люди захватывают энергию и потом ее держат в себе, не отдают. Она переполняется. Начиная одна женщина, у меня была ситуация, что она вообще, она так эмоционально переполнилась, что у нее все сковало вот так после ретрита, и она не может двигаться вот так сидеть. Эмоция перегрузила ее. Вот чтобы этого не было, отдаем, не хомячим эмоцию. Давайте поизучаем этот звук победы над судьбой. На простых примерах. Вот смотрите, допустим, как вы относитесь к тому, как вам признаются в любви. Вот девушки. Допустим, я сейчас вам три варианта предложу. Вы почувствуете искренность или нет? Первый вариант. Я тебя люблю. Нет. Видите, не почувствовали, да? Второй вариант, от сердца прям. Я тебя люблю. Не почувствовали? Нет. Третий вариант. Я тебя люблю. Ближе, да?
Но как бы женщины чувствуют, потому что память должна о них быть. Если я, допустим, на вас настрою, скажу, тогда вы почувствуете. Но это звук памяти все равно. Я настраиваюсь на жену, одна девушка мне в Екатеринбурге говорит, я не чувствую. Я говорю, я на нее настроился, я тебя люблю. Она говорит, теперь чувствую. Я говорю, ну я так не могу делать, я могу только так на жену настраиваться. Теперь второй вариант. Вы в лесу заблудились. Кричите. Ау, ау, ау. Кто-нибудь прибежит? Нет, теперь. Ау, ау. Прибежит кто-нибудь? Нет. Теперь третий вариант. Ау, прибежит? Это звук памяти. Вот этот звук и надо произносить во время молитвы. Поняли, что такое звук памяти? Это звук, которым ты помнишь, ты думаешь, ты пытаешься помнить, соединяешь свою память со звуком. Вот это звук молитвы. От сердца он произносится. Вот, допустим, вибрацию давайте ловим. Где? Почему медленно повторяем? Ловим вибрацию. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Откуда вибрация идет? Из головы. Сейчас. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Из горла. Аллилуйя, аллилуйя. Откуда? Из сердца. Теперь смотрите, я вот из сердца. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Уже оттуда. Чуть быстрее уже ушел из сердца звук. А чтобы глубоко в сердце надо. Аллилуйя. Прямо очень глубоко в сердце. Я опять от сердца. Понятно? Звук сердца должен быть. На одном дыхании. Вот теперь насчет дыхания. Я буду долго повторять. У меня тут баллончик с кислородом стоит. Я буду долго повторять, а вы, может, так долго не сможете. Тогда вы можете на Алилу один раз вдохнуть, на Я второй раз вдохнуть. Понятно? Но всегда на ту же эмоцию включайтесь. Хорошо? Вдыхать... Два варианта есть, три варианта носом, один вариант ртом, второй, третий вариант носом и ртом одновременно. Можете вдыхать тремя вариантами. Все остальные виды вдыхания и выдыхания запрещены. Особенно выдыхание. Что люди будут падать в обморок тогда по другой причине. Если вы их будете освещать своим выдыханием, то они будут от счастья падать в обморок. В духовном трансе будут находиться. Вот. Теперь, мои хорошие, у нас сейчас вот что произойдет. Вы все, кто хочет, идут в туалет. А все, кто не хочет, задают мне еще вопросы, и мы сейчас всех дождемся. Надо быстрее, мои хорошие, не стесняйтесь, туалет не так много, а вас много. Поэтому все на борьбу с Деникиным. Все, все в туалет. Вот. Даже онлайн пошли, даже у нас в туалет. То, что... А? Перед этим перекусывать не надо. Сейчас перекусывать не надо. Лучше на голодный желудок отбил. Это даже хорошо, да? Это лучше, да, будет. Да, это очень важно. Хватает? Да. Начать? Не надо, не надо. Ответ на вопрос. Не, этот микрофон нормально работает, а тот плохо работает, он настраивает. По-хорошему все в один так должны, правильно говорить? Да, да, да. У меня вопрос. Вот этот микрофон можете тоже настроить? Потому что если этот вырубится, с тем мы уже не продолжим. Он неправильно работает. Раз, раз. Он, видите, он раз, слишком... Раз, раз, не-не, раз. Он фонит. Мы не сможем его настроить, потому что с оборудования здесь нет вообще что-то настраивать. А, то есть настройка идет оттуда, из центрального какого-то? Да, да, да. Туда доступа нет. Ага. Мы можем только хорошо. Батарейку быстро поменять, если что. А, то есть эти батарейки да, туда вставили? Да, да. Ну ладно, хорошо, тоже вариант. Хорошо, я понял. Ладно. Ну? Олег Геннадьевич, вот мы по утрам с мужем вместе молимся. Да.
И... Вы такие вообще голубчики у нас. Надоели немножко? Нет, нет, нормально. В общем, он когда на работе, на дежурстве, я, например, не могу иногда себя заставить прям утром встать, как обычно мы в 5 утра встаем. Ну, без мужа, конечно, тяжело. Ну да, вот такой момент. Ничего страшного, если я, например, днем сяду, помолюсь, и не так долго, как мы с ним сидим. Да. А за правило, да, себе взять, да, например, 5 или 10 минут, помолиться. Хотя бы, да, начинать сколько можешь. Ну вот без него, если, да. Да, сколько можете, начинайте всегда. И потом старайтесь увеличить правила молитвы. Спасибо. Да. По настройке есть вопросы? Вот лучше по настройке. У вас... Нет, вам все понятно, а людям непонятно. Нет, по настройке. А можно вопрос просто? Нет, нет, по настройке. На стуле, то если вдруг затекут ноги, то как здесь можно 20 секунд отдохнуть? На стуле просто поднимаетесь вверх, опираетесь на стул вот так вот руками и поднимаетесь вверх. Просто, ну, просто меняете положение. 20 секунд и потом вниз опять. А на кварте, если стоишь, можно не перестать наклониться, а присесть за колени? Можно наклониться, да, можно наклониться. Олег Геннадьевич, а правильно ли я поняла, что прямо спиной можно к стене прикасаться? Раньше, да, просто нельзя? Можно, можно, нужно даже. А, можно. Иначе всем надо прикасаться, когда стоишь, потому что иначе можно упасть, и очень больно, и опасно для здоровья. Да? Олег Геннадьевич, а выбирать наиболее удобное положение, наоборот? Выбирать надо наиболее легкое положение.